Амина Тендерлибая сделала ринопластику? Амина, известная своим образом в маске, не раз говорила о своих комплексах касаемо носа. В конце февраля Амина поделилась в сторис фото Института пластической хирургии и косметологии с подписью «Ребята, я решилась». Но на днях кто-то слил в сеть видео, где Амина сидит с забинтованным носом в одной из московских клиник. Как вы считаете, продолжит ли Амина носить маску после операции? Ставьте лайк этому видео и пишите свое мнение в комментариях.